Всем привет! Вы на канале Elizabet Books. Сегодня 7 сентября, и мы едем на книжную ярмарку ММКВЯ 2019. На книжной ярмарке подобного типа я уже была в прошлом году. Прошлый год выдался очень атмосферным на всякие книжные события, и я решила повторить добрую традицию, съездить и в этом году, посмотреть, что там нового появилось, какие новинки для нас приготовили издательства, и по возможности я буду очень много снимать и покажу вам все, чтобы вы могли увидеть собственными глазами. Сейчас стоим в очереди за билетами. Не успела я на встречу с Екатериной Вильмонт. Это одна из моих самых любимых русских писательниц детектива, именно детского детектива. Но, к сожалению, не успели. Уже 3 часа, а она была тут до 2. Но, надеюсь, я успею еще посмотреть много других интересных событий и не отчаиваюсь. Наконец, дома день выдался очень выматывающим. Ярмарка была просто прекрасной. И замечание, которое я бы хотела сделать, оно относится к большинству ярмарок, к
которые проводятся на протяжении всего года, это то, что нужно обращать внимание на более маленькие издательства или маленькие подразделения больших издательств. Там книги как раз можно найти по более выгодным ценам и сэкономить в два раза больше, так если бы вы покупали книги в крупных магазинах. В этом году очень изменилась к лучшему, как я думаю, планировка этой ярмарки. Выставки было намного больше света, больше пространства, интересных мест. Все очень доступно и хорошо разместилось. Было действительно на что посмотреть и приглядеть что-то лично для себя. У меня, конечно же, собралась стопочка новых книжных покупок, которые я покажу в отдельном видео. Да, надеюсь, это мини-видео не вышло совсем-совсем уж скучным, и вы получили какие-то приятные эмоции, смогли, если у вас не было возможности, взглянуть на эту книжную ярмарку ММКВЯ 2019. А с вами была Элизабет Букс. Всем пока-пока!